Всем привет! Мы сегодня будем рассказывать тему «Душа и действия души». Душа – это устройство памяти, это то, что мы храним в нашей памяти. Действия души разделяются на две категории. Действие души, которое руководит плотью, и действие души, которое руководит дух. Если мы гневаемся, значит у нас помышление плоти. А если у нас помышление духа, то мы не будем гневаться, а будем искать мир со всеми людьми. Если у нас есть помышление плоти, то мы будем спорить, даже можем подраться. Это делают не только неверующие люди, но и некоторые верующие, у которых малая вера. Помышления плоти – суть вражда против Бога. Они имеют плотский ум и по закону Божьему не покоряются и даже не могут. Дух Святой исследует наши сердца. Многие люди хотят слышать Духа Святого. Чтобы получить благословение от Бога, мы должны пребывать в истине. Мы должны иметь помышления Духа и соблюдать Божьи заповеди, так прославляя Бога и радуя Его. Со всеми прощаемся! Желаю вам, чтобы вы имели помышления духовные. И исполняли Божьи заповеди, так радуя Бога. Всем пока!